что. Вы сами все видите. Картинка шокирует, безусловно. Это реактор Викрон Пацифик под Сиэтлом. Утром нам сообщили о мысли, которые вынуть весь свободный сосал предположимый Скоординированная атака на западе. Прямая трансляция с места событий. Похоже, главарь КВА по кличке Аид решил сделать заявление. Дорогие граждане мира, вас охватил страх. Вам страшно, потому что вас заставили проснуться. Бывают дни, которые не забыть. Воспоминания, которые жгут нас до самой смерти. Где был ты в тот день, когда все изменилось? 4 года назад некто попытался разрушить нашу жизнь. Он попытался обрушить наш мир во тьму. Нам казалось, что мы никогда не вернемся домой. Мы справились. Вместе. Когда вы были беззащитны, мы дали вам нашу силу. Когда вы были тяжело больны, мы вылечили вас. Когда настал хаос, мы дали вам порядок. Стабильность, защиту, шанс начать все сначала. Кто мы? Мы путь в будущее. Да, интересные слова. Конечно же, снова привет всем на канале Farol TV. Это игра Call of Duty Modern Advance. Advanced Warfare. Немножко не так произнес, но уж извините. Итак, задание последствия. Детройт, тип скелета специалист. У нас здесь будет щит, овердрайв. Давай, чего? Держим его ближе. Это Детройт, детка! 2,5 миллиона в таких вот лагерях. Не курорт, конечно, но их кормят, поют, охраняют. Все за счет Атласа. Да, у КВА хватило духу поселиться здесь. Твою мать. Четыре года спустя. Неожиданно мне. Погано выглядишь. В смысле? 22 дня подряд. У КВА нет выходных, и у нас тоже. Вас понял. Они собирались переселять людей назад в следующем месяце. Но тут пришла КВА, и теперь все заблокировали. У них наша цель. Мы знаем, где он? Доктор Пьер Дануа. Он в больнице в центре города. Выдвигаемся. Мы 4 года охотимся за Аидом, а его главный подельник вдруг взял и сам приполз. Просто блеск. Я не могу связаться с ним. Я уверен, он в порядке. Помните, один пакет на сектор. Вот такую ситуацию мы сами наблюдаем. Как только ваша ДНК будет занесена в систему, вам дадут задание. Учтите, хотя подход у нас гибкий, и мы хотим, чтобы вам у нас понравилось. Да, задание, в общем, собрали здесь мирных жителей в связи с произошедшими обстоятельствами. И Атлас помогает. Секунду, капитан. Идет сканирование. Пожалуйста, подождите. Какого черта КВА делает в Детройте, босс? Брошенный город. Ни полиции, ни свидетелей. Отличное место, чтобы что-то спрятать. Или кого-то. Все в порядке. Удачи. Гидеон, Торос, все готово? Можно ехать. Байки готовы, время рассчитано. Хорошо. По коням. Ну и... На мотоцикл. Нам тоже выделили.
Прекрасно. Давайте. Поедем. Подключись ко мне. Пруби автопилот. Браво 2-1. Доктор в госпитале. Время пошло. Вас понял. На синей точке 5 минут. Помните, брать живьем. Он поможет нам найти АИ. Понял. Конец связи. Это интересно, нам бы так походить тоже. Костюмчик такой. Гедеон, приказ 5527. Тяжелая броня. В самом-то деле. 4 бойца на базе. Приказ 5527. Все в порядке. Серьезные какие. Что, пропустили? Прекрасно. Погодка у нас мрачная. Пророк, право 2-1. Переходим в рубеж дельта. Держи цель. Не верю, что это Детройт. Мало что поменялось. Пробираемся. Мы с Митчеллом берем север, вы двое юг. Транспорт на Бейт-стрит. Вас понял. Понятно. Указания получили. Обнаружено движение в 100 метрах к северо-западу от вашей позиции. Будем посмотреть. Интересно. Пойдет. Но явно нужно только по-тихому. Пророк, мы на синей точке движемся через школу. Вас понял, следим за вами. Дальше. Наверное, в дверь. Хорошо. Это да. Джокер, у меня тут трупы. Похоже, команда уборщиков. Химкостюмов нет. Всех в химкостюмах считать врагами. Вас понял. Если КВА работала под прикрытием, их здесь будет больше, чем мы думали. Жестоко.
продолжим следовать за союзником. Вот так аккуратно. Что такое? Тихо. Ага. Сюда. А вот и противник. Если что не получится, разве рискнем? Ну и все. Минус один есть. Оружие подобрали. Прекрасно. Даже не все так уж и плохо, как казалось сначала. И теперь будем выбираться. Чего ты там делаешь? Нечего тут хулиганить. Так, вот здесь может быть и не один, он будет. Уходит. Так, 3 V. Мне, наверное, этаж выше. Тут кто остался, куда делся? Один проходил всего лишь, можно было бы ликвидировать. Ну ладно, продвигаемся. Часть в некотором смысле. Засада. Кто кого? Ну что же его? Иди к нему. Помоги ему. Это, наверное, вот он идет, который по связи вызывал. Я снаружи, под пожарной лестницей. Митчелл, сюда, Лиз. Вот мы и выбрались и встретились снова. Там еще! Жми! Солдаты врага впереди! Что-то я не понял. Странно, ну ладно. У нас просто глушителя нет, как бы. В некоторые моменты можно не удивляться. Сейчас мы их подзачистим. Тут скучно не было. Не врага!
Джокер! Мы в блокпоста на Бейтс-стрит. Везде солдаты КВА. Беглый огонь! Ты почти на месте! Иди-ка сюда! Пошли! Тепловизор. Как интересно. Меня удивили. Что с врачом? Биометрический трекер его поймал. Он все еще в госпитале. Хорошо. Убираться. Выдвигаемся. На этой улице нам негде укрыться, босс. Грузовик, укрываемся за ним. Госпиталь, в 100 метрах. Доктор, прикрой нас. Да, неплохо себя прикрыли. Толкать будем мы. Митчелл, толкай. Толкаем. Вход справа! Пошел, пошел! Доктор рядом. Успешно продвинулись. Живым любой ценой!
вспышка! Могу прицелиться! Нам нужен медик! И такая небольшая засада получилась. А что такие за вопросительные смайлы у вас? Позвольте полюбопытствовать. Враги, я... Раненый! Мы на месте. Митчелл, выбей дверь! Выбили. Вот. Вот так надо. Не стреляй! Бичок, взять его. Когда видел Аида? Я не скажу! Все они так говорят. А потом визжат, как свиньи. Ты думаешь, это что-нибудь изменит? Ты не знаешь, на что он способен. Теперь нам всем конец! Конец! Не сегодня. Упакуй его. С радостью. Митчелл, со мной. Так, значит, такие сбылось обстоятельства. Растяжка. Вот это да. Димка маскирует. Все верно. Идет подкрепление. Мы вам поможем. Хватайте доктора и уматывайте. Лучше знать, кто меня прикрывает. Это секретно, друг. Ты думаешь, ему можно доверять? А у нас есть выбор. Словно их нет. Что это было? Хрен его знает. По байкам. Двигаем. Митчелл, на мотоцикл. Вот это да. Неожиданный поворот событий, который никто не ожидал. Давай же. Его ребята прикроют.
Пророк! Цель захвачена. Забираем его для допроса. Где он? Конец связи. Автогород выполнил достижение. Задание последствия, конечно же, выполнено. Мы захватили тот отряд с пленниками доктора Пьера, который является правой рукой Аида. И допросами доктора уже занялись. Вот. Что же, обязательно необходимо приступить к следующему заданию.